Никанор Астафьевич, ты прекрасно знаешь, что где-то на зоне спрятано около 200 килограммов украденного бригадного золота. Придержи язык, а твоя удача может скоро закончиться, когда я злой. Я себя не помню. Да не понтуйся ты, дьяк, не надо. Люди ожили, на ноги встали. Шанс выйти досрочно маячит. Сегодня из Москвы документы пришли на нашу свободу. Ты что, хочешь, чтобы мы все сдохли здесь? Не баклань впустую, Бивень. За общак решает сходка. Я на вашу блядскую сходку не пойду. Вопрос решишь ты сам. Что ты бровишь, фраер? Слава богу, воровской век еще не закончился. Я один такие вопросы не решаю. А по нашему закону... А ты реши. Хотя бы один раз не в свою пользу реши, тебе зачтется. Или ты со всей бригады на свободу выйдешь, или...